Добрый вечер, уважаемые журналисты. Мы начинаем нашу пресс-конференцию. Я с удовольствием вам представляю ее участников. Итак, Андрей Мартемьянов, главный тренер команды «Амур Хабаровск». Валерий Белов, главный тренер команды «Витязь» Подмосковье. Пожалуйста, слово гостям. Ну, хороший был матч. В общем-то, мы сражались до конца. Спасибо парням, что не сложили руки. В общем, при счете 0-2 уже в этом составе отыгрывается второй раз. Это хороший знак. То, что вились, то, что игра была интересная, соперник, может быть, кому-то кажется, что не мотивирован, мы в это не верим. Команда «Витязь» очень приличный хоккей показывает, очень сильный вратарь. В общем-то, игра была равной, но по улицам у нас немножко вратарь подтащил, и мы забили. В принципе, все. Спасибо, Валерий Геннадьевич, вам слово. Да, с победой поздравляю. Спасибо. Заслуженно. Ну, а нам сегодня, честно говоря, эмоций не хватило, ну это, в принципе, и понятно. Хотя, в общем-то, готовились нормально к этой игре. Вот. Но немножко не хватило эмоций и в какой-то момент просто концентрации. Когда подряд шайбы пропустили. Вот. У нас есть одна игра перед Пловом, поэтому сейчас можно сказать, что этот эффект отложен такой после игры с Кулуэнем, когда мы решили задачу основную, вот, с Адмиралом, постараемся уже быть более мотивированы, более, так сказать, ну, последний игра и используем для подготовки к играм Пловов. Потому что, я еще раз повторюсь, в Плов нужно выглядеть достойно. Вот поэтому нужно будет подготовиться. И все. Спасибо. Пожалуйста, уважаемые журналисты, ваши вопросы. Как оцените игру Харисяна сегодня после его возвращения? Вот уже соперник оценил. Мы тоже считаем, что все-таки у него большой промежуток был без игр. Травма такая неприятная, мы говорили. Он вроде бы вот-вот готов, но полную тренироваться даже не мог. Поэтому я считаю, сегодня очень-очень хорошо выглядел. Пожалуйста. Владислав Кулкин, чемпионат Чупром. Валерий Геннадьевич, все, что все-таки с Гимаевым, потому что когда лед, ну, пока у меня нет информации, буду надеяться, что все нормально. Ничего страшного. Пока у меня нет информации. Все. Спасибо большое. Все, спасибо. И ждем вас в субботу на матче «Витязь» Сидоров.